осабука с грибами. Праздник для желудка. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Есть у коровки такой замечательный отруб, который называется голяшка. Чем этот отруб хорош? Тем, что он имеет очень большое количество соединительной ткани, сиречь коллагена, а значит, изумительно подходит для длительного тушения. Еще голяшка имеет великолепную мозговую кость. Так как сама кость в этом отрубе занимает достаточно значительную часть, традиционно он стоил совсем небольших денег. Так вот, мясники стали распиливать эту голяшку поперек, чтобы в каждом кусочке было и мясо, и кость с мозгом. Осабука – это на итальянском. Оса – кость, бука – дыра. Очень быстро все раскусили, какое великолепнейшее блюдо получается из этого куска. И, например, в наших краях килограмм осабука стоит столько же, сколько бескостная мякоть. То есть, по сути, получается, что кусочек мяса, который идет в приложении к этой кости, этого отруба стоит почти в два раза дороже, чем, например, мякоть плеча. Хочу надеяться, что в ваших краях жадные мясники пока еще не прочухали свою выгоду, и вы сможете побаловать себя великолепнейшим блюдом за вменяемые деньги. Пройдем на рабочее место, все расскажу и покажу. Вообще говоря, интернет завален рецептами осабука по-милански. Поэтому я вам покажу другой вариант, так сказать, испанский. По крайней мере, я выцепил эту идею в испанской литературе. Давайте приступать. Начало совершенно логичное. Смотрите. Каждый кусок осабука окружен пленкой. Она при приготовлении будет стягивать этот кусок, выворачивая его наизнанку. Вот чтобы этого не произошло, я ее и надсекаю острым ножом в нескольких местах. Голяшку распиливают на порционные куски, поэтому на каждом таком кусочке могут оставаться костяные крошки. Поэтому все эти кусочки нужно хорошенько отмыть, а потом просушить, например, бумажным полотенцем. Теперь соль и перец. Я уже говорил в одном из выпусков, что по-испански соль – это саль, а перец – пимента. Так вот, испанцы этот процесс называют саль пиментарлос. Надо дать соли и перцу проникнуть в глубину куска и хорошенько запанировать в муке. Мука нужна для того, чтобы при обжаривании мяса на поверхности кусков получить ярко выраженную поджаристую корочку. Мука на мясе вообще ускоряет появление продуктов реакции Майяра. Для получения этих продуктов мы и обжариваем куски мяса. Именно для получения этой вкусной, поджаристой, ароматной корочки. Ну вот, в таком виде пусть эти куски дожидаются своей участи. Нарежу лук помельче, чтобы при длительной готовке он практически растворился в будущем соусе. Не ленитесь резать лук действительно в мелкий кубик. Вот в этом ролике я подробно разбирал, почему для разных блюд нужна разная форма нарезки. Если не видели, обязательно посмотрите. Лук надо обжарить до прозрачности. Займет это минут 5 на огне выше среднего. Только не забывайте помешивать, чтобы не подгорел. Необходимо, чтобы в процессе обжарки резкий запах ушел, а луковые сахара начали карамелизовываться. А я тем временем нарежу грибы. На 4 части будет вполне достаточно. Я, как вы видите, использую шампиньоны, но также хороши для этого блюда будут, например, и белые. Шампиньон, на мой взгляд, вообще очень интересный гриб. В зависимости от времени тепловой обработки и способа обработки, он очень сильно меняет свой вкус, прям-таки кардинально. Если пропустили, посмотрите в этом ролике. Возможно, откройте для себя что-то новое. Вот эта его особенность, я про шампиньон, позволяет очень здорово играться со вкусом готовых блюд. Лук дошел до нужной кондиции. Выключу пока нагрев. А сейчас самое время подрумянить осабука. Выкладывать куски нужно, конечно же, в разогретое масло. По паре минут на каждую сторону будет более чем достаточно. Только перед выкладыванием мяса на сковородку нужно всю лишнюю муку с кусков тщательно стряхнуть, иначе она вся поотваливается на сковородке, попадет в масло и там сгорит. А сгоревшая мука совсем не добавляет вкуса этому блюду. Какая красота, правда? Сейчас вторая сторона зарумянится, я еще разочек переверну эти куски, и на этом моя сегодняшняя работа на кухне закончится. Все остальное сделают температура и время. Вот смотрите, все отлично. Добавляю обжаренный лук, и сюда же отправляются грибы. И сразу же стакан белого сухого вина. Для готовки не надо использовать какое-то супердорогое, супераромантное вино. Ну, откровенный уксус тоже, конечно, не стоит лить. Выбирайте то, которое и сами бы с удовольствием выпили в жару. И еще момент. Не надо заламывать руки. Что это я? Из одного раза буду целую бутылку покупать. Ну, не в лесу же вы живете, раз вы собрались готовить осабука.
Заткнули бутылочку, и пусть оно себе стоит, есть не просит. У меня вон некоторые бутылки по полтора года початые стоят, и ничего с ним не случается. А вообще вино используется в целой куче блюд, так что не переживайте, не пропадет. Вот смотрите, оно закипело. Ароматным паром напитало и грибы, и мясо. Доливаю сюда мясной бульон и накрываю. Крышки у меня, к сожалению, такого размера нет, поэтому я обхожусь фольгой. Оставлю на полтора часа. Огонь не сильный. Пусть тихонько булькает, пусть мясо становится мягче. Коллаген, в отличие от других мясных белков, от длительной тепловой обработки только увеличивает свою способность к влагопоглощению, поэтому мясо, богатое коллагеном, соответственно, становится такой обработки только сочнее. Ну и, конечно, нужно периодически заглядывать туда, что там творится, и при необходимости, если слишком сильно все выкипело, добавлять по чуть-чуть кипятка. Прошло полтора часа. Смотрите, какая красота. К миланскому сабуко очень часто подают гремоладу. Эта смесь очень мелко, буквально в пыль изрубленной петрушки, чеснока и цедры цитрусовых, апельсинов, лимонов. Но апельсиновые ароматы с грибами, на мой взгляд, не очень хорошо сочетаются. Поэтому в сегодняшнем испанском сабуко будет только петрушка и чеснок. Когда эта смесь попадает на горячее мясо, она буквально взрывается ароматами. Огонь под посудиной я уже выключил. Сейчас немного прогреется гремолата, пару минут буквально, и можно подавать. На гарнир к миланскому сабуко чаще всего подают ризотто. Но у нас на гарнир грибы, хотя вы, конечно, можете заморочиться и приготовить что-то свое. А ролик про ризотто я уже делал. Щелкайте и смотрите. Очень просто и очень вкусно. Вот такое сабуко у нас сегодня. По-испански это звучит как «асабуко кон сетос», ну, то есть с грибами. Ну что, надо пробовать. Мясо тает во рту, ароматное, нежное, великолепный труп. А теперь грибочек. Вкус мощный, насыщенный. Вот что делает длительная готовка. А тут еще и аромат чеснока с петрушкой. Берите этот способ на вооружение. Длительная готовка шампиньона – наше все. Так, да, что там с мозгом-то? Ну что тут говорить, грандиозно, великолепнейший труп. Досматривайте и отправляйтесь на рынок. Искать мясников, запытывать их, покупать и радовать себя. Новые зрители, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. И сразу отправляйтесь шерстить плейлисты канала. Там еще очень много интересного. Понравилось? Не забудьте поставить лайк, поддержите канал репостами. Спасибо за компанию. Всем пока.